Астахановске. До Нового года вообще темные улицы, никто не освещал. Люди жаловались, а теперь вот 9 утра, а свет горит, электричество, точнее, работает. Вот сейчас уже, наверное, с Нового года несколько дней, и днем, целыми днями горит освещение, я не знаю. Такая безлаберность. Что не дай бог, как говорится. То темно, как говорится, не то не выключается вообще целыми днями. Для чего оно нужно днем? Власти в городской задать. Оп. Тоже горит, и там он светит. Yeah.